кто сказал, что строительные работы требуют больших знаний и специальной подготовки. Если вы, к примеру, собрались поменять трубы, совсем не обязательно вызывать бригаду специалистов. Вы можете просто взять нужные инструменты в аренду. Современные технологии настолько просты и удобны, что вы с легкостью сможете сделать все сами. Не верите? Тогда смотрите наш сюжет. Мы собрались монтировать полипропиленовые трубы. Для этого нам понадобятся следующие инструменты. Электросварочный аппарат для диффузной сварки, снабженный сварочными насадками необходимого размера, специальные ножницы или резак, зачистка, если труба армирована алюминием, рулетка и маркирующее устройство. Для этого подойдет простой карандаш. Устанавливаем температуру 240-260 градусов при помощи регулятора и включаем сварочный аппарат в сеть. После отключения контрольных индикаторов можно начинать работу. Берем полипропиленовую трубу нужной длины. В данном случае мы взяли трубу, армированную стекловолокном, так как она не требует зачистки. Вставляем ее в соответствующую насадку сварочного аппарата. Эти агрегаты, кстати, различаются мощностью и комплектами насадок для сварки изделий различных диаметров – 20, 25, 32 и 40 мм. К набору инструментов прилагается таблица с информацией о времени нагрева и последующего охлаждения в зависимости от диаметра. Например, трубу диаметром 20 мм нужно нагревать 6 секунд. В ответную часть сварочного аппарата надеваем необходимый фитинг, выдерживаем время нагрева детали на насадке. Одновременно снимаем изделие с насадок и выполняем сварку, вставляем в разогретую трубу в разогретый фитинг. Ни в коем случае нельзя при стыковке деталей перемещать их по оси. Также не нужно вставлять детали слишком глубоко, иначе заузим сечение. Дожидаемся остывания полученного соединения, визуально проверяем качество сварки, монтаж полипропиленовой трубы завершен. Все настолько легко и просто, что займет у вас не более 5 минут. А как приятно осознавать, что новые системы жизнедеятельности в доме – не только ваша идея, но и в прямом смысле – дело ваших рук. Представительство завода «Весба» в Екатеринбурге, компания «Пластека». Поставки трубопроводной арматуры, опт и розница. Наш сайт vesbaural.ru. Звоните 211-84-64. Наш адрес – Академика Ванцовского, 1А.